видите, какая я важная птица. Мужик на фэтбайке и то сейчас остановился, пропустил, чтобы я проехал. Никаких претензий, чтобы к нему не было. Так что, вот такие дела, ребят. Так. Да, вот сейчас уже покатался немножко, попривычнее стало на самокате, а то отвык уже. Я просто еще на велосипеде достаточно много катаюсь и привыкаю все-таки к тому управлению. На велосипеде там, конечно, немножко все по-другому происходит, и рулится по-другому, и устойчивость другая и так далее. Ну, сейчас дую, 37. Нормально идет, 37-38. На велосипеде, конечно, так тяжело на такой скорости ехать, а здесь едешь, даже не замечаешь ее. Комфортно. Здесь асфальт закатали, раньше не было. Ну, здесь тоже хорошее место, можно навалить. Делал как стоячего.